Ребята, всем привет! Меня зовут Аня. Если ты впервые на моем канале, обязательно подпишись. Также не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А сегодня будет тема о польской косметике, которой я пользуюсь сама. Обязательно смотри этот ролик до конца, так как я разыграю подарок. Заня – польский бренд красоты, который был основан еще в 1989 году в городе Гданьск польским фармацевтом Зенон Зая. Страсть Зенона к растениям и природе лежит в основе приверженности Зая к разработке высококачественных средств по уходу за кожей по доступным ценам. Постоянный девиз Зая – забота о здоровье и благополучии наших клиентов. Основной мерой успеха Зая является лояльность клиентов. Сам Зенон говорил, что мы стремимся строить долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами, дистрибьюторами и сотрудниками, которые создают успех бренда Зая. Самым первым натуральным выпущенным продуктом компании Зая был оливковый крем, на минуточку, который Зенон сделал с помощью миксера для мороженого. Но несмотря на то, что производство Зая прошло уже долгий путь, натуральный оливковый крем остается одним из бестселлеров Зая. Сегодня Зая – это коллекция, состоящая из более чем 1000 высококачественных, доступных по цене натуральных продуктов для ухода за кожей лица, ухода за зубами, ухода за телом и волосами. У Зая также есть ряд продуктов как для младенцев, так для детей, так и для мужчин. Вся продукция Зая производится на современном оборудовании, расположенном в экологической зоне с собственным водозабором. Есть 4 лаборатории, оснащенные самой современной технологией. Исследования и разработки, физико-химический анализ, микробиологический контроль и контроль качества. Некоторая продукция помечена надписью «Веган». Это значит, что она не тестировалась на животных, и вы можете спокойно ее использовать для своих целей. Я за то, чтобы не тестировалась косметика на животных, так как уже на дворе 21 век, и я вообще не вижу смысла этого делать. Поэтому я всегда стараюсь выбирать косметические продукты, на которых обозначена надпись «Веган». Это единственный производитель на польском рынке с объемом продаж более 80 миллионов единиц в год. Я рассказала вам краткую историю компании Зая. Если вам что-то будет интересно еще узнать, обязательно переходите по ссылочке, я ее оставлю внизу под видео. Я стараюсь пользоваться разной косметикой, хотя некоторые говорят, что лицо, волосы, кожа наша должна привыкать к одному и тому же. Но я знаю на своем опыте, вот, например, если брать волосы, да, то мне проще менять постоянно шампуни, бальзамы, масла для кончика. У меня потом волосы быстрее растут, насыщаются витаминами. Если, например, я пользуюсь одним и тем же шампунем, у меня они становятся уже через полгода ломкие, сухие. Дешевую косметику лучше не покупать, вы просто переведете деньги. Лучше, например, потратить в два раза больше, но купить хорошую косметику. Да, есть люксовые бренды, которые не сравняются ни с чем, но есть такие продукты, как компания Зая, и цена у них средняя, но они ничем не уступают от люксовых брендов. И начнем мы с мицеллярного геля для умывания с огурцом и мятой. Гелевая основа и мицеллярная жидкость деликатно удаляют загрязнения, увлажняют и питают кожу. Данный продукт – прекрасный вариант ежедневного ухода за вашим личиком. Он приятно пахнет, дарит бодрость кожи, увлажняет. Гель проявляет тонизирующие, смягчающие и увлажняющие и успокаивающие свойства, а вместе с тем может насыщать полезными веществами, разглаживать морщины и укреплять естественный гидролипидный слой. Систематическое использование этого продукта позволит вам длительное время наслаждаться ощущением чистоты. Для очистки лица вам понадобится всего лишь одно нажатие этого флакончика, его хорошо размылить и нанести на кожу массирующими движениями, после смыть водой. Не забываем о том, что после такого геля для умывания мы наносим тоник и затем мы наносим увлажняющий крем. Крем для рук входит в список самых популярных косметических средств. Все мы знаем, что им пользуются не только женщины, но и сильная половина нашего человечества. У них очень огромное количество кремов для рук, и я себе выбрала с протеинами кашемира. Протеины кашемира содержат большое количество аминокислот, оказывается
омолаживающих восстанавливающее действие на кожу. Этот ингредиент является мощным увлажняющим средством, глубоко проникает в кожу, насыщая ткани влагой, разглаживая и смягчая кожу. Если коротко сказать, то этот крем подходит для сухой кожи рук. У меня очень сохнут руки, особенно зимой. Зима не за горами, поэтому я себе приобрела этот крем. Здесь 100 мл. В состав крема входит ценное масло карите, которое известно своими восстанавливающими и защитными свойствами. Эфирные компоненты масла способствуют омоложению кожи, устранению шелушения и заживлению микротрещин. Крем легко впитывается, придает коже рук эластичность и гладкость, а также способствует укреплению ногтевой пластины. Все мы знаем, как пользоваться кремом, его нужно всего лишь немножко. Если вы очень много нанесете крема для рук, он будет долго впитываться, и руки ваши будут просто жирные. С этой же серии я взяла себе шампунь для волос с протеинами кашемира. Он деликатно очищает волосы и кожу головы от загрязнений. Он не нарушает естественный pH-баланс эпидермиса. Поэтому после использования оставляет приятное ощущение свежести и чистоты. Средство позитивно воздействует на пряди. Оно активно увлажняет, деликатно питает и интенсивно смягчает волосы. Гигиенический продукт, благодаря наличию в составе протеинов кашемира, заполняет пустейшие участки в структуре завитков и сглаживает распущенные кутикулы. Если у вас немножко вьющиеся волосы, он поможет вам разгладить их. И после этого шампуня вам не придется пользоваться утюжком. Натуральные компоненты восстанавливают секущиеся кончики и возвращают прядям утраченную жизненную силу. Они предотвращают выпадение волос, что сейчас очень актуально в осенне-зимний период, борются с их тусклостью и препятствуют процессам дегидратации. У шампуня очень приятный запах, запах фруктов и цветов. Не забываем о том, что мы шампунь наносим два раза. После шампуня мы перейдем с вами к разглаживающему кондиционеру для волос. Как вы знаете, это обязательная часть комплексного ухода за нашими волосиками. Если, например, вы не пользуетесь маслом или каким-то защитным спреем для волос, обязательно попробуйте. Перед этим я пользовалась маслом, и оно было более гуще, немножечко даже похоже на гель, и я втирала в мокрые волосы. 125 мл, ее хватает надолго. Все мы знаем, что кондиционер есть обязательной частью для нашего ежедневного ухода, и обязательно попробуйте. У кого-то кондиционер густой, у кого-то кондиционер в виде спрея, кто-то пользуется масками, кто-то пользуется просто шампунем, но я думаю, что дополнительный уход волосам не помешает. Этот кондиционер, который я купила, создан для восстановления сухих и поврежденных прядей в результате окрашивания и регулярного воздействия термоприборов. Я не очень часто пользуюсь плойкой, но я каждый раз пользуюсь феном, поэтому я решила взять этот кондиционер. Средство можно использовать перед началом укладки, чтобы избежать негативного воздействия высоких температур. Мы моем голову, чуть-чуть просушиваем волосы полотенцем и на влажные волосы наносим спрей. Спрей мы наносим только на кончики волос, не на всю длину, потому что у вас волосы будут просто жирные. Благодаря тому, что в составе есть аргановое масло, волосы станут мягкими, блестящими и послушными. Этот ценный компонент растительного происхождения увлажняет и питает наши кончики волос. Также предупреждает иссушение прядей, возвращает им красивый и здоровый внешний вид. Кремообразная консистенция легко наносится и быстро высыхает, не утяжеляя локоны. Один из моих любимых продуктов – это сахарный пилинг с запахом клубничный зефир. Вы просто себе не представляете, как он божественно пахнет. Его просто хочется скушать, взять ложку и начать есть. Как вы знаете, пилинг – это идеальное средство, способное подарить нам ощущение особой свежести и чистоты. А регулярное очищение эпидермиса от загрязнений станет настоящим наслаждением, если воспользоваться сахарным пилингом для тела. Специальные компоненты в составе бьюти-продукта наполнят кожный покров полезными антиоксидантами и витаминами, борясь с целлюлитом. Вам же останется наслаждаться великолепным ароматом, ощущением комфорта и гладкой кожи. Этот пилинг удаляет с кожи излишние загрязнения, пыль, ороговевшие клетки, позволяет эпидермису дышать,
дышать, помогает в борьбе с апельсиновой коркой, обладает аппетитным ароматом клубничного зефира. Как я уже вам сказала, это просто бомба. Питает эпидермис витаминами и антиоксидантами. Его нужно нанести небольшое количество на влажную кожу, немножечко помассировать и смыть теплой водой. Если вы в своем городе никогда не обращали внимания на этот косметический продукт, особенно на пилинг Зая, обязательно поищите, потому что таких пилингов я еще не встречала, не считая Айфёрб, там есть тоже хорошие пилинги для тела. Но вот этот просто божественный. Но если вы не можете найти в стационарных магазинах, попробуйте поискать в интернет-магазинах и оформить себе доставку на дом. Теперь я хочу перейти к конкурсу. В конкурсе могут участвовать абсолютно все, как мужчины, так и женщины, любого возраста и с любой страны. Сразу говорю, что в подарок вы получите 10 масок для лица. Условия конкурса очень простые. Во-первых, вы должны быть подписаны на мой YouTube-канал, вы должны быть подписаны на мой Instagram, так как я там буду объявлять победителя. И вы должны оставить комментарий под этим видео и также поставить пальчик вверх под этим видео. И через 2 недели я объявлю победителя этого конкурса. И если будет очень много просмотров, очень много лайков, может быть, даже будет 2 или 3 победителя. Поэтому я желаю всем удачи. Ну а мы с вами продолжаем дальше. Хочу вас познакомить с кремом для лица. Не очень жирный такой, немножечко полужирный, хорошо впитывается. Мне нравится, что этот крем 2 в 1, и дневной, и ночной. Не нужно искать баночки, что утром, что вечером себе намазать на лицо. В этой баночке у нас 50 миллилитров, его хватит месяца на 2. Пахнет приятно, ненавязчиво, такое ощущение легкости, шелка. Уникальная комбинация активатора обновления липидов и полисахаридов обеспечивает интенсивную поддержку в поддержании молодой кожи. Восполняет дефицит физиологических липидов, усиливает естественные процессы регенерации кожи, уменьшает шероховатость и чрезмерное шелушение эпидермиса. Я вчера его попробовала впервые, и я вам хочу сказать, что я просто в восторге. Спасибо за просмотр этого ролика. Я надеюсь, вам понравились мои косметические продукты. Если вам такой ролик по душе, обязательно ставьте пальчик вверх. Не забывайте о конкурсе, пишите комментарий. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!